Этот день для жителей Богородского района проходит под покровительством сразу двух святых православных воинов. Специально ко дню памяти Георгия Победоносца в деревне Кожевенное закончили строительство храма в честь еще одного святого воина – Александра Невского. Как мы получили благословение от владыки на это благое дело построить храм. И строим мы его 2,5 года. Это недолго. Это очень короткий срок. Все удивляются, что так быстро и хорошо. Освящает новый храм митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Сегодня он, ко всему прочему, именинник. Признается, что к своему духовному покровителю часто обращается с молитвой. Я сподобился быть назван в монашеском постриге Георгием, в честь святого великого мученика Победоносца Георгия. Для меня этот день всегда очень торжественный, очень радостный, очень благодатный. Великомученик Георгий – один из наиболее почитаемых православных святых. Он был сыном богатых и благочестивых родителей, которые воспитали его в христианской вере. Став взрослым, Георгий поступил на воинскую службу. В те времена шли жестокие гонения христиан. Георгий встал на их защиту и совершил множество подвигов, за что был предан пыткам, а затем обезглавлен. С тех пор именно его считают покровителем всех воинов. Праздничные службы, посвященные памяти Георгия Победоносца, в этот день проходят во всех храмах. Многие не знают, но именно Георгия Победоносца, верующие Советского Союза, в 1945 году благодарили за долгожданную победу. В том году, в день памяти святого Георгия, был подписан предварительный протокол о капитуляции Германии. До победы оставалось 3 дня. Наталья Лисова, Олег Климин из Богородского района. Объективно. ННТВ.